Подождите вы, парни! Ага. Все. Смотри, динамит веди. Мы сейчас пойдем хпшку, кто поипал полный. Видите, как мы предусмотрительно. И с этими базуками тут реально вообще как-то жестко. Достал. И ты чё? Так, тут что у нас? Автомат. Отлично. Ты как какой-то заряжайся, блин. Извините, это из соображений безопасности. Чего себе безопасности? Так вот. Это хпшка, да? Да. Какой хороший канали. Вот тебе и канали. А че ты его не задел базукой, кстати? Ух ты, один выстрел. Минус двое, это замечательно. Так, тут с базукой. Мои глаза задуманиваются. Стойте, подождите-ка выше его. Задумали. Так, а то что, все? Кстати, вот это можно было не брать, да, походу? Хотя тут сейчас... Отлично, отлично. Куда? Ты там они между собой. Что-то махач ведут. Не будем им мешать. Блять. Отлично. Базуку мы возьмем, пока. Пока хпшку не будем брать. Блин, 21 патрон. Так, ну теперь сам Бог миловал, как говорится, хпшку и ту и забрать. Замечательно. Прыгско, какая же высокая конструкция тут. Эх ты. Ой. Ага.
Нет, какой ты что? А там патрошки закончились, блин. Вот прикиньте, так, это автомат, нет, не то. Придется пистолетами долбить. Блин, офигеть, ребят, представляете? Все вы, ребята, шутите? Все твои снаряды эти закончились, там что? И канон не быть. Сейчас, кстати, было опасно. Так, давай стреляй. Есть. Что за... Фрэнки, что ты делаешь? Я извиняюсь, мистер Винни, но наши пути должны тут разойтись. У меня свои планы на дирижабль. В твоих услугах больше нет необходимости. Хотя я буду скучать по твоему взрывному характеру. Но не беспокойся, я передам наилучшие пожелания от тебя, мистеру Белуччио, когда буду забирать твою оплату. Ублюдок! Я достану тебя за это! Чао, мистер Винни. О-оу. Ну ты, мистер Винни, об этом пожалеешь. Что ж, ребят. Это у нас следующий мост. Так, подойдите-ка, давай, женщина. Ешь меня! Нет, стой! Перестань есть меня! Так. Кстати, тут мелодия прикольная. Тихо. А, ну тут можно перейти вверху, что сделать. Ах ты, ведьма такая. Это просто предложение, от которого вы не можете отказаться. Получай по щам. Ну тут хотя бы зомби, я немножко, знаете, пофармлю эти потрошки. Так прикольно, не знаю, так прям няшно, если честно, мне прям душа радуется за этот уровень. Так, стой, стой, стой. Стоп. Ты заставляешь меня нервничать. Какой хороший канолин! Ну, понял. Тихо. Нет, нет, стой, стой. Какие ядовитые тут вода получается. Слушай, дробовик. У нас же дробовик точно есть. Вот так. Так, дробовик, ты у нас там дофига вообще патронов, наверное, офигеть. Тихо-тихо-тихо. Да, блин, что ж. Что ж, я неудачно как-то прыгаю. Да, помповый, кстати, не так уж и имбоватый бьет. Тихо. Так, давай, я почему-то голубку ему не задеваешь. Нет, нет,
нет, нет, нет, нет, что-то подождите. А вы еще живая женщина, тут она застряла, кстати, мне повезло. Она его по-любому, значит, убивать придется. Вы все еще выглядите довольно хорошо. Держите, это Белый. Для вас. Блин. Прихвати бить, как слабак. Давай, давай, давай. Отлично. Минусуем противника. Так, нам бы эту женщину вот минусануть. А ну пошла прочь такая женщина. Какой хороший канал. Что, не хватало еще и зомби, блин, и... Я не вижу в этой маске. Сними ты ее, если не видишь. Получайте по щам. Оставь их, парень. Хотя я тут могу и обычным пистолетом его убить. Отлично. Так уж, что меня хотите съесть на завтрак или обед? Блин. Мои глаза задуманиваются. Так, мне надо с этим разбираться, где у нас базука. Ну, пожелайте удачи. Отлично. Что ж ты за живучий такой? Куда вас, если гранаты кинут? У него хпшка, кстати, там, да? Ну давай же, пихолочек или заряжаться. Отлично. Так. Огнемет. Так, возьмем еще пулемет, который он посеял. Замечательно. В настоящее время я под руководством Кила. Какого Кила? Килограмм, который? Нет, нет, не взялся. Нет, все. Кучара. Так, это вроде обычного можно завалить. Ау! Я не подпи...
выписался на это. А как ты в воде, кстати? Он... Блин. Почти. Надеюсь, мне не нужно скрывать тела после этого. Замечательно. Какая крыса. Что тут, какая крыса тут пришла ко мне? О, ребят. Один из самых сложных, в принципе, уровней. Добрались мы до крысы. Начнется тут самая жара. Ух, ладно, давайте это уже завтра, на завтра перенесем с вами. С вами был Лайко. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.